И тут аппарат за полтора часа полностью расклад мне сделал по всем органам. Он имеет колоссальные возможности, чтобы стать специалистом своей области экстра-класса просто, который будет обеспечен клиентами до конца жизни. Я не могу представить дальнейшее развитие спортивной медицины и повышение результативности у спортсменов без этих методик. Это, безусловно, высочайшая технология, есть высокие технологии, а это высочайшая технология. Это имидж врача, это имидж клиники. И эта аппаратура позволяет постоянно развиваться, потому что если мы не развиваемся, мы деградируем. Это медицина не болезнь, это медицина здоровья. Институт прикладной психофизики основан в 1990 году президентом Международной академии нелинейных систем диагностики, действительным членом Академии медико-технических наук Владимиром Игоревичем Нестеровым. Надо сказать, что в начале 90-х годов Владимир Игоревич, так же, как и я, как и очень многие врачи, закончив и поработав в классической медицине больше 10 лет, в частности, мы закончили медицинскую академию имени Михаила Ивановича Калинина. Очень многие доктора обратили внимание, возможности медицины классической ограничены в той или иной мере. Поэтому в 90-е годы это был расцвет альтернативной медицины. Используя идею НЛС-диагностики и взяв за основу разработку академика Святослава Павловича Нестерова, который предложил триггерный датчик, лежащий в основе конструкции, институт приступил к работе над аппаратом более 25 лет назад. Создавая данную программу, они соединили разрозненные направления в аллергологии в одну единую целую программу. Применялась и китайская акупунктура, и аюрведическое направление было в программе, в общем-то, использовалось. Затем теория спина использовалась, теория чакр использовалась, это фитолитотерапия, гомеопатия. За эти годы было разработано 15 моделей прибора. Все доработки и улучшения происходили в рамках научно-технической базы института и при непосредственной поддержке специалистов из разных областей медицины. Поэтому доктора уже в начале даже нашего пути уже применяли данную методологию и, в общем-то, нам оказывали большую помощь в совершенствовании этого метода. Высокая точность диагностики была определена от 78 до 82%. Особенно важными были победы команды института на научных конференциях и симпозиумах, где критическое мышление физиков и врачей-классиков зашкаливало. Единственный способ показать достоверность данной методики и убедить их в чем-то, о том, что она эффективна, публичные диагностики, люди садились уже с установленными диагнозами. Впервые в виде этого клиента мы показывали достоверность этой диагностики. Это убеждало всех. И в первую очередь наших партнеров о том, что система действительно достоверна, она работает, ее надо будет внедрять тем или иным образом. И до сих пор они являются нашими партнерами. Сотни специалистов в России и за рубежом, лучшие представители классической и альтернативной медицины, однажды сделали выбор в пользу Метатрона. У каждого из врачей была своя причина перейти на новый уровень взаимодействия с пациентами. Вот врач получил образование и видит свой орган, и он считает, что этот орган самый главный в организме. Оказывается, нет. Нету главных органов. Вся наша система работает в взаимосвязи. Каждый орган, выполняя свою функцию, вносит в здоровье человека свою порцию. Идут пациенты, так называемые коморбидные, которые имеют сочетанную хроническую патологию и страдают одновременно несколькими заболеваниями одновременно. И, соответственно, важен подход именно в том, чтобы определить патогенез заболевания, этиологию и подобрать персональную программу лечения, выздоровления. Вот эта методика Метатрон, я и поняла, что она отвечает всем этим требованиям. Как мануальному терапевту и спортивному врачу пациенты и спортсмены задают вопрос, который не любит большинство докторов. Почему? Почему у меня разболелась спина? Я не падал, я ничего не ломал, спина отваливается. Спортсмены, все было хорошо, а вдруг проблема. Попытки найти причину с помощью классических методов диагностики
там, МРТ, часто приводит к тому, что там все хорошо, проблемы нет. И что делать спортивному врачу? Не надо ничего выдумывать. В этом случае мне помогла вот эта нелинейная диагностика, прибор Метатрон, которым я пользуюсь уже в течение последних 14 лет. Я главный токсиколог Минздрава, работала очень долго. Я заведующая кафедрой токсикологии и профпатологии. Вдруг я начала чувствовать, что я не могу выводить токсины из организма. Не работают те системы, те схемы, которые до сих пор они работали. И тут, естественно, приходит на ум такая мысль. Значит, есть какие-то эндогенные факторы, которые не позволяют проводить мне детоксикацию от этих токсинов. Аппарат открывает огромный такой обзор вот всего сразу. То есть это глаза, сканер. И, как я говорю, я всегда раньше говорила, я же не экстрасенс, мне нужны анализы, чтобы понять. А здесь вот аппарат, он экстрасенс, он светит, заменяет, допустим, тоже УЗИ, чтобы понять, да, есть ли там камнеобразование. Те же проблемы почек. Часто приходят люди и вот жалуются с лишним весом, они отечные. И я должна понимать, от чего идет отек. Метатрон уже успешно используют врачи-практики, диетологи, гомеопаты, нутрициологи, семейные врачи, психологи, специалисты спортивной медицины, иглорефлексотерапевты, специалисты по мануальной терапии, остеопаты, кинезиологи, специалисты, работающие на ИМЕДИС, санатории и профилактории, фитнес- и спа-центры, медицинские клиники, центры восточной медицины, диагностические кабинеты, исследовательские центры, дистрибьюторы БАДов и фитопрепаратов. Аппарат Метатрон – это уникальный смотровой кабинет, где пациент наглядно видит состояние своего организма. Быстрый, безопасный, многофункциональный, точный, визуально понятный как врачу, так и пациенту, мобильный и компактный. При помощи триггерных датчиков происходит объемное сканирование всех или выборочных систем организма, во время которого на экране монитора при помощи специальной цветокодированной шкалы Флейндлера отображаются 12 различных состояний определенных клеток или тканей, что позволяет специалисту уже на этой стадии определить проблемные зоны для более детального дальнейшего изучения. Программное обеспечение также содержит раздел альтернативной медицины. Это тестирование китайских 14 парных меридианов. Диагностика по системе Фолля, аурикула-диагностика, ирида-диагностика. Выявленные очаги и проблемные зоны изучаются специалистом более детально. Интеллектуальное меню и система визуализации трехмерных моделей органов и тканей позволяют исследовать тот или иной орган вплоть до его субклеточной и молекулярной структуры. А система 4D Tissue – увидеть очаг поражения в любом нужном специалисту ракурсе. С помощью аппарата Метатрон возможна диагностика и отслеживание патологических состояний на ранних стадиях болезни, пока еще нет клинических проявлений заболевания, а частотно-волновые характеристики органов и тканей уже нарушены или дисгармоничны. Кроме диагностики, Метатрон проводит и коррекцию состояния организма с помощью биорезонансной терапии, когда с помощью назода и метатерапии биологической системе передается сигнал о том, на какой резонансной частоте колебаний в нормальном состоянии должны функционировать все системы, органы, ткани и клетки, субклеточные и молекулярные структуры. При желании информацию эту можно наделять и деструктивными свойствами, настраивая на частоту, губительную для различного рода инфекционных агентов – вирусов, паразитов, бактерий. Методика нелинейной диагностики либо поддерживает уже существующую у специалиста интегративную направленность работы с организмом, когда его рассматривают как единое целое, либо бесповоротно изменяет ее в эту эффективную для диагностики и лечения сторону. Приходит ребенок на прием ко мне, как к отоларингологу, с сыпью, и сложно сразу определить с этиологией этой сыпи. Потому что есть разные варианты, и для того, чтобы понять, какое назначить правильное лечение,
требуется либо наблюдательный период, выжидательная тактика, либо нужно сдавать дорогостоящие анализы в любой лаборатории и подтверждать. Я беру сразу же таких деток. В течение 10-15 минут аппарат подсказывает, что за вирус, что за инфекционный агент. Мало того, это он еще конкретно на этот вирус подбирает этиологическое лечение сразу же. То есть он выбирает, какой препарат лучше именно для этого ребенка подходит. Проводишь исследования и показываешь все, что у пациента есть, откуда началось, откуда взялось. Конечно, они отвечают только благодарностью и добрую часть сказать. У нас пациенты, которые у нас обследовались, они всегда только с благодарностью относятся к этому исследованию. Только с благодарностью. А теперь уже у нас появляется, вот мы в Сочи находимся, у нас появляются уже москвичи, которые ищут это исследование, питерцы, которые ищут это исследование. То есть мы уже чувствуем, что исследование становится все более и более знакомым и востребованным. Больше нет непонятных диагнозов, неразборчивых назначений, непрогнозируемого будущего. Пациент осознает взаимосвязь своих действий и их влияние на здоровье. И у него появляется желание изменить свой образ жизни. Мы порядка на 50% больше имеем возможности принимать пациентов. Когда человек хочет попасть на прием, и мы говорим: простите, у нас ближайшая запись через 3-4 недели, это, конечно, расстраивало его, пациента, и это, конечно, было не очень удобно нам, то тут у нас действительно пропускная способность, если говорить таким коммерческим языком, она значительно увеличилась. Для клиник малых, больших, средних, частных очень важным показателем успешности клиники является процент возвращений, то есть процент повторных пациентов и постоянных пациентов. Мы вот проводили такую, ну, приблизительную пока статистику за истекший вот этот пандемический год, и надо сказать, что у нас, наверное, 80% возвратов. Аппарат, он помогает экономить время мне, деньги клиенту, а мне позволяет сохранять клиентов навсегда, потому что в их глазах я специалист, но на самом деле любой специалист, работая на этом аппарате, будь он там интегративная медицина, будь он узкой специализации, он имеет колоссальные возможности, чтобы стать специалистом в своей области экстра-класса просто, который будет обеспечен клиентами до конца жизни. Еще один мощный импульс, который получили владельцы уникальной диагностической системы, это безграничная благодарность клиентов и, как следствие, позитивные изменения в бизнес-процессах и улучшение финансовых показателей. Когда наш пациент видит, что у него, видит, как это можно изменить и что нужно изменить, соответственно, он уже сразу, выходя с приема, говорит: запишите сразу на повтор. Вот благодаря этой аппаратуре пациент один раз пришел, и он понял, что полностью здесь ему помогут. Ему помогут разобраться абсолютно в любой его причине. Мало того, подберут все полностью лечение, и клиника, имея эту аппаратуру, может сэкономить во множестве докторов и во множестве врачей. Но прежде всего это имидж клиники, конечно, и пациенты, которые пришли сюда и которые увидели возможности, они приводят всех, кого знают, рекомендуют вокруг всех. То есть ваша клиника, она будет процветать. Метатрон популярен и понимаем во многих странах мира не только за его уникальные медицинские характеристики, но и в том числе благодаря огромной работе Института по проведению клинических испытаний и сертификации по основным критериям качества и безопасности медицинского оборудования в странах присутствия. Институт является обладателем международного сертификата качества ISO 13485, отраслевой стандарт для производителей медицинских изделий. Знака соответствия нормам Евросоюза по безопасности товаров и продуктов для здоровья человека и окружающей среды – СЕ. Знака соответствия нормам Министерства здравоохранения США по безопасности продуктов питания, лекарств и медицинских устройств – FDA.
и многих других документов, подтверждающих безопасность и эффективность. Одобренные мировым медицинским сообществом аппаратные комплексы «Метатрон» успешно работают уже в 50 странах. Это значит, пациенты этих стран имеют возможность получать консультации специалистов нового уровня, ориентированных на здоровье своей нации, исходя из принятого на территории пути развития медицины. Уникальность данного метода в основном все-таки это является скрининг. Она нами заявлена в основном как скрининг до нозологических функциональных состояний на основе резонанса. И в этом контексте она очень пользуема у нас именно врачами Китая, врачами Сингапура, Японии, то есть Юго-Восточной Азии. Именно как аппарат здоровья, как аппарат для профилактики нами заявлены и очень широко используются, ну, благодаря нашим партнерам. Хидэки Кавамото – один из самых преданных партнеров Института прикладной психофизики. Он несколько лет наблюдал за клиническими исследованиями Метатрона и принял взвешенное и безоговорочное решение работать с ним в Японии. В настоящее время внимание многих ученых и медицинских деятелей приковано к профилактической медицине и донозологической форме заболевания. Мы называем Метатрон системой полного обследования будущего. У аппарата есть очень важная функция, позволяющая обнаружить заболевание до его проявления в теле. И, конечно, он помогает реально понять, какие изменения происходят на уровне клеток. С помощью Метатрона врач наконец-то может выявить причину происходящих изменений и возникновения заболевания. Доктор Начо Мартинес – первый в Латинской Америке, кто начал вести прием пациентов с помощью Метатрона. Он очень доволен результатами и регулярно размещает вдохновляющие видео об аппарате на своей странице в Facebook. Если человек пришел с радикулитом, мигренью, гипотиреозом или другими гормональными проблемами, я провожу исследование в течение 15 минут, определяю причину состояния и назначаю конструктивное лечение. Причиной дисфункции каких-то органов порой является эмоциональное состояние пациента – гнев, разочарование, обида. С помощью Метатрона мы можем выявить настоящую причину. Я очень увлечен тем, что я делаю. Влюблен в этот метод диагностики. Доктор Раиса Рафикова уже много лет живет в Испании. Она семейный доктор, которая приезжает на вызов со спасительным чемоданчиком российского оборудования. Больше всего в Испании, но у меня очень много пациентов из Великобритании, Канады, Америки, Германии. В России у меня огромное количество пациентов. Я часто приезжаю в Москву. И не имеет значения, в какой мы системе работаем. Те эталоны, которые есть, они вписаны по международным стандартам. Именно поэтому это оборудование имеет сертификацию соответствия в каждых отдельных регионах, соответствующую сертификацию, как медицинский комплекс. То есть там даже аллергены, вирусные инфекции, биохимические показатели, они вписаны с учетом международных стандартов. На данный момент существует программное обеспечение для рынков самых основных стран-партнеров института. Европа – Метапатия Хоспитал, Япония – Ориентал Холистик, Китай – Золотой Дракон, Индия – Прана. Программы для работы с пациентами этих стран включают все элементы и особенности их медицины, лекарственных и натуральных препаратов, продуктов питания. Те люди, которые вошли в эту же систему, это люди все с нестандартным совершенно мышлением, это люди, которые могут поверить во что-то, то быть пионерами в каких-то направлениях, которые могут принять ту или иную инновацию, совершенно нет аналогов абсолютно, принять ее, еще и внедрять. Поэтому я очень благодарна этой системе, наверное, больше всего тому, что она меня определила круг общения с уникальными людьми. Технология, разработанная Институтом прикладной психофизики, активно развивается и не только отвечает вызовам современности, но и предвосхищает их. Четыре года назад
была заложена и создана программа, она продолжает совершенствоваться. Это программа «Интрудер», которую мы заявляем, как паразитарная программа. Она изначально, еще 4 года назад, мы говорили о панрезистентности микробной флоры, вот о резистентности как не к одному антибиотику, как очень многим антибиотикам. И такая программа создалась, была создана, и она сейчас довольно успешно используется у нас вот, докторами Мексики, докторами у нас Японии используется в рамках определения очага инфекции, вирулентности, патогенности данной микробной флоры. В мировой нестабильной ситуации очень важно уделять внимание психоэмоциональному состоянию человека, связи психики и тела. С помощью Метатрона врач знакомит пациента с его ведущими эмоциями, которые влияют на здоровье и жизнь в целом. Лет, наверное, 7 лет тому назад были внесены и созданы базы эталонов эмоций. Это 82 спектра волновых спектров, которые соответствуют той или иной эмоции. Это позволяет нам определять эмоциональный статус, который на сегодня, судя по аюрведе, по аюрведической медицине, является основополагающим началом развития любого заболевания того или иного. Я, как традиционный лазерный хирург, в принципе, занималась только лазерной хирургией. Этот аппарат заставил меня заниматься психоэмоциональной коррекцией. Это цветы Баха, которые представлены в аппарате Метатрон. Это гомеопатия. То есть мне пришлось закончить курсы гомеопатии. Мне пришлось закончить курсы по цветам Баха. Мне пришлось закончить курсы по кинезиологии, по тестам, потому что некоторые были вопросы, сомнения, и хотелось перепроверять. На сегодняшний момент, конечно, возможности аппаратуры, они позволяют двигаться еще и дальше. Общие изменения начинаются с каждого из нас. А если говорить в контексте взаимосвязи всех систем и отдельных ее составляющих, связка «врач-пациент» может быть живительно сильной благодаря доверию к жизни, а не страху перед болезнью. Прием у грамотного ответственного специалиста, в кодексе работы которого значится постоянное собственное развитие, позитивный образ жизни и мышления, безусловное желание помочь, используя профессиональное любопытство и творческий потенциал, открывает пациенту двери в новый мир медицины здоровья. Медицины, где основой является доверие между пациентом и врачом, а технологии стоят на службе проявлений души и тела, а не наоборот. Это мир, где профессионал готов выйти за пределы своего понимания, обретая свободу в пространстве вариантов, которое помогает увидеть Метатрон.